московской бирже рубль очень поднялся, а вечером опустился ниже пояса. Глюки уже пошли. Все тело, как одна нога отсиженная. В Америке уже говорят, от СПИДа лечат. У нас от простого похмелья вылечить не могут. Третий час какую-то таблетку сосу, она все не тает. Таблетка какая-то странная, с двумя дырочками. Прошла. Голова дурная, как железобетонная, что-то такое. Ничего сообразить не могу. Все утро вспоминал, как Крупскую звали. Ни одного приличного имени на ум не приходит. А в зеркале сегодня какой ужас показывает. Неужели Нельсон Мандела под асфальтовый каток попал, а? А если это я, каким местом я в зеркало смотрюсь? Ой! А начиналось вчера как чинно, благородно, на банкете. Приятель диссертацию защитил. Новую науку придумал на стыке кибернетики и математики. Называется кибинематика. Профессор, лучше бы целебную водку изобрел. Он по телевизору мужика показывал. Докторскую защитил на очень важную для народного хозяйства тему. А правильно, потребление алкоголя. 10 лет на себе эксперимент проводил. Пришел к заключению, что лучше всего вводить алкоголь в организм при помощи клизмы. Во-первых, шибает быстрее. Во-вторых, закуски не требуется. В-третьих, перегаром изо рта не пахнет. Непонятно только, как в таком случае пить на брудершафт с дамой. Как на таких ученых, козлов, государство деньги тратит? Поэтому настоящие ученые... Здравствуйте, господин Клинтон. Ой. А что потом было? После банкета, куда я пошел? Неужели к женщинам? Я как выпью, всегда к женщинам тянусь. А как дотянусь? Никак не могу понять, какого лешего мне от них нужно. А что с меня возьмешь в таком состоянии? Мне главный друг мой сказал, что у него очень удобная знакомая есть. Муж в командировке, дочка на всю лет куда-то в деревню уехала, младший внук в армии. Да, он там полковником служит. Ой, открывает она нам дверь. Ну, сразу видно, с 13-го года. Не-не, не с 1900. Просто с
13-го. До нашей эры. До. Ой, я и не думал, что так бегать умею. Что дальше-то было? Вспоминаю. Лучше бы не вспоминать. Культурный человек называется. Ученый моченый. У ларька из горла добавлял. Рядом еще какой-то бомж пристроился. Вылитый Распутин с бутылки. Я ему что-то рассказываю, он подмигивает. Оказался светофор. Я, дурак, ему еще анекдоты рассказывал про пьянку. Вот это мне очень нравится, про пьянку. Итальянец, значит, к нам приехал, пишет у себя в дневнике. Вчера весь день пил с русскими. Чуть не умер. Сегодня весь день с ними похмелялся. Лучше бы я вчера умер. Вот слабаки, а! О, Господи, а что потом? Как я домой добрался? Помню, какой-то бетонный забор перелезть хотел. А как расцвело, вижу, это бордюр на мостовой. Бедная моя мама, царствие небесное, всю жизнь предупреждал. Пить не бросишь, никогда большим человеком не станешь. Знала б она, что наш самый большой человек. Уже не одно озеро Байкал выпил. А я его понимаю. Ну так, между нами, по-честному. Как у нас не пить? На все трезвыми глазами посмотришь, повесишься. Вот он знает. Ну, действительно, буханка хлеба стоит, как прибрежный ковер. Колбаса, как при Хрущеве самолет. А на зарплату нынешнего депутата в те годы можно было запустить в космос не только Белку, Стрелку, Гагарину, Терешкову, Николаеву, но и юного ставропольского комбайнера Мишу Горбачева. Причем так, чтобы он до сих пор там летал в условиях полной невесомости, при которой мысли об антиалкогольном указе в голову не приходят. Надо же было додуматься! У народа единственную радость отнять. Как на все посмотришь, мать твою, а как выпьешь, о, к маме надо зайти. Вроде и голова меньше болит. Видать, таблетка помогла. Да не надо расстраиваться. Ништяк. О, вон у меня сколько пустых бутылок. Растут в цене не хуже доллара. Тоже зеленый. Так что я богач. Еще немножко. Я совсем богатым стану.
Жизнь продолжается. Есть повод выпить, господа!